Всем привет, дорогие друзья, с вами Фай, у нас 2 мая, в этот раз я не оговорюсь, и починили Valve упавшую корону. Обновление 10 мегабайт, для тех, кто не в курсе, смотрите прошлый видос, но если кратко, то в коде было указано неправильное время окончания ивента, и он, соответственно, закончился у нас 2 мая, час по МСК. В итоге, спустя 2 часа они все это дело пофиксили, теперь все работает, к сожалению, никакой компенсации не дали. С одной стороны, вроде и не должны, а с другой стороны, было бы приятно. Но, ладно, может быть еще что-то изменится. Помимо того, появилась одна интересная строчка, то есть если до этого окончание ивента и, в принципе, срок его действия были вот на 1 мая, но это в Сиэтле, то теперь же срок действия у нас аж до 2 декабря, при том, что сам ивент закончится 8 августа. При том, что конец 4 ивента в коде игры, точнее 4 акта у нас назначен на 6 августа. Видимо, будет 2 дня на... то, чтобы собрать награды, а что вот это значит, я сейчас не знаю, но окей, есть и есть. На этом все, не забудьте подписываться на канал, ставить лайки, всем удачи, всем пока.